Анатолий Николаевич, Республика Татарстан. Тренер команды «Юность». Тренер команды. По турниру, по соперникам, буквально несколько слов. Вы не первый раз уже здесь, да? Нет, мы уже третий раз, поэтому приехали преследовать свои цели, цели подготовки финалиста России. И хотел бы смотреть команду участников сибирского округа. Угу. Вот с этой целью приехали подготовки. То есть пока соперников еще не рассмотрели хорошенько? В принципе, я их уже рассмотрел, достаточно. Ну, на этом, как правило, на турнире сейчас каждый свои задачи. Кто-то наигрывает состав, кто-то смотрит противника, кто-то свои тактические задачи. Все задачи разные. Для этого турнира. Понятно. Поэтому... Ну так оцениваете свою команду? Первая, третья, вторая? Свою команду тяжело оценивать. Сказать, что плохая, неправда. Сказать, что замечательная. Тоже слукавите? Тоже слукавлю, да. Поэтому, ну, игра покажет. Поэтому, а турнир мне нравится. Я всегда с удовольствием приезжаю. Всегда хорошо принимают. Очень гостеприимные. Всегда с удовольствием еду. Поэтому, если в следующий раз пригласят, я обязательно. Хорошо, спасибо. Ловлю на слове. Тренер команды Тобольска Елена Кутовая. Елена Дмитриевна, по турниру, по соперникам, так, навскидку пока, первью. Турнир уже 9-й, традиционный, открытый. В этом году приехали все наши команды русские, иностранцев не приглашали просто. Первый раз приехал к нам этим составом Красноярск, первый раз. То есть с такими командами, как Казань, мы уже встречались, они к нам приезжали, и мы на других турнирах с ними играли. Дальше. Но девочки хорошие. Покачик мало, да. Две Тюмени позвали уже так, чисто дружеские, чтобы отношения были у нас постоянно с Тюменью. Приехала команда «Курган», изъявила желание. Кто еще у нас там? Все. Но хочется сказать, что такие команды, как «Казань» и «Красноярск», это команды, которые 2001 года рождения, так же, как и мы, и те команды, которые будут играть в финале России. То есть они поэтому к нам и приехали, чтобы где-то уже провести предсоревновательный турнирчик перед финалом. Финал с 20 мая. То есть перед финалом. И получается, что в Красноярске мы вообще в одной группе. То есть у нас группа, и мы даже с ними в одну группу на финале попали. Там у нас Иваново, Ивановская область и Москва 73 школа. То есть очень сильная группа, очень сильная. То есть в Красноярске мы сейчас увидим, посмотрим, как они играют, немножко хотя бы подготовимся к этой игре. И, естественно, там с Москвой бороться всегда сложно, в столице. Ну, турнир очень сложно собирала нынче команды. Во-первых, карантин, гриппы, безденежье. То есть очень тяжело. И я, наоборот, сейчас вот только вздохнула вчера буквально. То есть до вчерашнего дня не было известно, сколько будет команд. Вчера последние подтвердились. Ну ладно, удачи вашим девочкам. Посмотрим. Но пока вот весь день все 3-0. То есть даже не 3-1 не было, да, все 3-0. Да. Ну, задача вот именно нам сыграть в Красноярском, с Казанью, чисто своими силами. Хорошо, спасибо. У нас болельщик, руководитель фракции ЛДПР в Тобольской городской думе Александр Васильков. Александр Константинович, что вы ждете от турнира? Ну, команды собрались хорошие. Я думаю, что турнир будет очень качественным по технике исполнения и по борьбе бескомпромиссной и всему, потому что, вот смотрите, это уже 9-й турнир у нас, да? Да. Вот те девочки, которые принимали участие в первых наших турнирах, они уже многие играют в командах мастеров. Поэтому я думаю, что этот турнир будет тоже трамплином для участия с этого турнира в достижении дальнейших хороших результатов в выбранном ими виде спорта, то есть в волейболе. Так, ну а Тобольские, как шансы оцениваете нашей команды? Ну, видите ли, я не совсем владею информацией. Но очень сильно Казань. Чтобы судить о том, как эти города играют, судя по тем командам, которые представляют, допустим, Казань, Красноярск, это просто очень сильные, должны быть очень сильные и мобильные команды. Также, наверное, должен быть и Курган неплохой, но о Тюмени говорить нечего, там всегда были хорошие очень команды. Ну и тем более, что это же дерби, с Тюменью-то у нас всегда было бой на любом уровне и в любом.
любом виде спорта. Ладно, спасибо большое. В 9-м открытом традиционном турнире по волейболу среди девушек «Русская зима». Давайте поприветствуем участников наших соревнований. Итак, встречайте. Открывает парад участников команда «Юность», город Казань. Встречайте. Город Красноярск, команда «Енисей». Мы приветствуем наших гостей из детской юношеской спортивной школы города Курган. Громче, друзья, громче. Встречайте. Команда ЮСШ, город Богачи. Мы приветствуем команду Остюшор номер один, город Тюмень. Дамы и господа, встречайте. Команда Прибой, город Тюмень. Завершает наш парад хозяева соревнований. Команда детской юношеской спортивной школы номер 2. Команда «Стройсервис Инвест», город Тобольск. Thank you.